дорогие родители и гости. Доброе оно не только потому, что все вновь собрались в этом зале, улыбаются и говорят друг другу приятные слова, но и из-за добра, что дарит нам сегодняшний день. Ведь сегодня 1 сентября, день начала занятий, новых добрых встреч с новым знанием, с любимыми учителями. Доброго настроения всем, кто прожил уже не один год в этой школе, всем присутствующим учителям, ученикам, а также гостям торжественной линейки и, конечно же, новым жителям нашей школьной страны. В детский сад они ходили, было мало им хлопот, а теперь все повзрослели, наступил учебный год. Новенькую форму на себя надели, новенькая ручка, новенькая портфель, новенькие книжки, новые тетрадки, новые резинки, карандаши, закладки. Ну-ка, дружно их встречайте, не зевайте там и тут. К нам сейчас сюда на праздник первоклассники идут. Встречаем первоклассников русской школы в городе Кирилле. Первый А класс, классный руководитель Сильвия Ирина Ивановна. Первый Б класс, классный руководитель Дарья Ирина Ивановна. Oh,
заграничное путешествие ездил. Лёш, куда? От кого? От туристического агентства «Глобус». Это что еще за агентство? Это около магазина канцелярских товаров. Сверхдешевые туры под названием «Синейки» карандашом по карте мира. Плата включает в себя стоимость карандаша, линейки и контурной карты. Ну, и в каких странах ты побывал? Большую часть времени провел в Болгарии. Я успел повидать другие прелести нашего земного шара. А у тебя что интересного? Но отдых у меня удался на славу. Если тебе сейчас позволить делиться впечатлениями, тебя уже не остановишь. Именно. Так что лето, видимо, у нас прошло замечательно. Только вот что-то мы отвлеклись от сценария. Пора заканчивать ностальгией. Подробности после праздника, а мы продолжаем. Первоклассник, первоклассник. Встал Сережа, Вова, Стасик. Встали дети старше, значит. И украдкой мама плачет. Малыши идут учиться, развиваться и трудиться, тайны мира открывать, узнавать, творить, искать. Мы вас всех сегодня поздравляем с вашим, с 1 сентября, и от всей души желаем, чтоб пришли сюда не зря. На свете много из того, про что не знает ничего. Минуточку, безобразие, к вам невозможно пробраться, а еще говорят, что доступ к знаниям открыт всем. Конечно, всем. А ты что, Незнайка, хочешь поступить в нашу школу? Я за ключом пришел. За каким таким ключом? Ты что, ключ от квартиры потерял? И ничего я не терял, я за другим ключом. Мне говорили, что в начале каждого учебного года дают такой специальный ключ, ключ знания. Дайте мне этот ключ, я хочу стать самым умным. Теперь понятно. Но тебе, Незнайка, придется немножко подождать. Всему свое время. Пройти пока встать с нашими первоклассниками. На свете много из того, про что не знает ничего. Ни взрослые, ни дети. Уважаемые присутствующие, а продолжить нам бы хотелось вот чем. На правах самых старших учеников нам бы хотелось озвучить несколько приказов в связи с сегодняшним торжеством. Не волнуйтесь, господин директор все одобрил. Никого, ничего страшного, никого не ожидает. Слушайте все. Приказ номер один. О праздновании Дня Знаний. На знаменование начала нового учебного года постановляем. Пункт первый. Произвести запуск праздничного салюта. 3, 2, 1. Всем-всем-всем! Немедленно поздравить друг друга и воздать должное учителям. И не забыть самых юных архимедиков и ньютончиков. Громкие аплодисменты всем! Приказ номер 2. О знакомстве первоклассников с взрослыми представителями нашей школьной семьи. Дорогие первоклассники, а в нашем солнечном школьном мире вы будете встречаться не только со своей классной мамой и другими учителями. Вас будут окружать много людей, которые каждый день будут стараться сделать вашу жизнь проще и интереснее. Итак, познакомьтесь. Самый главный человек нашего дома – директор школы Арне Перемяги. Человек, который всегда даст ответ на любой вопрос, связанный с учебным процессом. Завуч школы – Рагни Елена Ивановна. Хранительница домашнего очага, которая заботится о создании уюта, а также следит за порядком. Завхоз школы Арефьева Юлия Анатольевна. Человек, который расскажет все и научит всему в работе с компьютерами. Рашид Суенкулов. Человек, который позаботится о том, чтобы вы нашли со всеми общий язык и чувствовали себя как дома. Социальный педагог Илус Татьяна Владимировна. Человек, который поможет разобраться с регистрацией в электронной школе. Администратор нашей школы Гейманин Наталья Михайловна.
певца нашей школы Анну Кангур. Не пробегайте в школе мимо и помните, что они также заботятся о вас. А мы переходим к приказу номер 3. Поздравления в праздник первого звонка. Дорогие первоклассники, сегодня вы услышите много добрых слов и пожеланий в свой адрес. И по традиции вас первым поздравит самый главный человек нашей школы. Пункт 1. Приказа номер 3. Поздравление директора русской школы города Кивыри Арны Перемяги. Доброе утро. Основные мои слова, пожелания уже были приказы, так что я делаю коротко. Добро пожаловать в нашу школьную семью. Учтите две вещи. Во-первых, это школа, это семья образуется вместе с вами. Так что не ленитесь высказать, что вы хотите, каким хотите быть, и с кем дружить, как развиваться. И во-вторых, в этом процессе у вас все друзья, которые помогут вам быть теми, которые вы хотите, чтобы эта семья стала именно нашей семьей, теперь и вашей. И я очень надеюсь, желаю вам успеха, чтобы весной следующего года, в июне месяце, вы уже привели сюда этих самых больших друзей ваших, когда они покидают эту семью. Успеха вам и нам в этом. Сегодня, в этот замечательный праздник, перед дальней дорогой в прекрасную страну знаний, со словами напутственной речи ко всем учащимся и учителям нашей школы обращаются гости нашего праздника. Пункт номер 2. Поздравления мэра нашего города Николая Воейкина. Также, дорогие девятиклассники, уважаемые педагоги, учителя, нам уважаемой русской школы, дорогие родители, бабушки, дедушки, братья и сестры, уважаемая аудитория, дамы и господа, поздравляю вас всех с этим прекрасным праздником, с Днем Знания, с Днем Начинания школы первоклассникам. Впечатлительного, радостного и запоминающего этого дня вам всем. И я бы хотел остановиться на трех моментах, раз вы мне доверили перед вами выступить в этот прекрасный день. Первый момент очень ответственный и важный. Второй момент интересный. И третий момент шуточный. Первый момент – это то, что мы начинаем этот учебный год в городе Кивыри, который нам очень дорог, мы его любим, и заканчиваем учебный процесс уже в другом понимании, потому что мы подписали договор об объединении с нашими соседями, с волостью Сонда, с волостью Рыманзе и город Кивыри. И в середине октября у нас будет новая административная единица, 9,5 тысяч жителей, и география будет находиться на территории более 500 квадратных километров. Это очень историческое понимание и очень ответственный период, потому что образуется новое местное самоуправление,
и ситуация совершенно другая, и это повлияет, может быть, и на все сферы деятельности нашего нового местного самоуправления, в том смысле и образовательного процесса, потому что появится, добавляются новые школы, новые другие учреждения, и местное самоуправление должно сделать очень правильные выводы, как дальше развиваться. Я уверен, что новообразующее местное самоуправление будет относиться к всем возможным переменам очень ответственно, советоваться с жителями новой области и, самое главное, быть ответственным приобретению в нашем сообществе русского образования для того, чтобы 90 лет, которые мы знаменуем 28 октября, да, господин директор? 23 октября начинается историческое событие получения русского образования у нас, в нашем здесь регионе, и чтобы новые руководители очень ответственно к этому относились, и зная, что русскоязычное образование у нас здесь, по крайней мере в Кемере, очень востребовано, она имеет свою историю, она имеет сегодняшний день, и она должна иметь и будущее. Это первое. Второе. Перед 1 сентябрем ученые огласили такое понимание, что продолжительность жизни человека зависит от его образования. Наверняка вы это слышали. Это очень интересный вывод ученых, и если это огласили перед 1 сентябрем, то этот вывод, по крайней мере, интересен тем, кто она стимулирует молодых людей, а почему бы не взрослых, приобретать хорошее образование в протяжении всей своей жизни, и тогда у них и будет длительная, продолжительная жизнь. И третье, это шуточное. Один мальчик после летних каникул обратился в Министерство образования и сказал, что он делает предложение, чтобы учебный процесс в школах начался бы не с 1 сентября, а с 1 августа. Один мальчик обратился, подхватил эту мысль бывший министр образования, ныне ректор одного высшего учреждения, господин Пе Павиксо, и сказал: интересная мысль, давайте так и сделаем. Ну, я думаю, что это такая не 1 сентябрьская шутка, а больше 1 апрельская шутка. Так что вот такое понимание. Уважаемая аудитория, прекрасного дня, всех пожеланий, которые написано здесь, в этом прекрасном дереве, и радостного продолжения вашего мероприятия. В заключение, очень мне приятно вручить с таким прекрасным праздником очень ответственным людям букеты цветов, и эти букеты цветов я рад пожать руку, обнять в первую очередь классным руководителям. Первый А. Первый Б. Директор.
особенный день. Этот день вы будете помнить даже тогда, когда будете взрослыми. Сегодня вы делаете свой первый шаг в удивительную страну знаний. Приказ номер 4. Проверка первоклассников на смелость. И на пороге страны знаний, на пороге сказочного увлекательного путешествия мы предоставляем вам слово, дорогие наши первоклассники. В школе, где каждый может стать звездой. Наша школа откроет двери. Все войдут в чистый светлый класс. Мы хотим, чтобы мирное солнце смотрело через школьные окна на вас. А покорение чудесного мира знаний вы начнете вместе со своими первыми учителями. Мы переходим к пункту 4. Поздравления от классных руководителей. Дорогие первоклассники, вас поздравляют ваши классные мамы Силина Ирина Ивановна и Тярн Елена Олеговна. Кругом, куда ни взглянешь взгляд, цветы, цветы, цветы повсюду, веселым пламенем горят. Каждой осенью сюда приходит первоклашек шумный хоровод, радостных, задумчивых, веселых, свой учитель в класс их поведет. Предстоит узнать вам очень многое. Жизнь не вспять стремится, а вперед. Мимо школы ни одна дорога, ни одна тропинка не ведет. Вот пришел желанный час, ты зачислен в первый класс. Ты, дружок, послушай нас, мы дадим тебе наказ. В школе должен ты научиться, ты считать, писать, решать.
не позволено лениться. Нужно делать все на пять. Слушай папу, слушай маму и учительницу тоже. И усваивай программу. Если что, то мы поможем. Самые взрослые ученики нашей школьной страны за 8 лет уже точно успели уяснить, что школа – это сказочный мир. Ставьте ушки на макушку. Для вас будут говорить корифеи всех школьных наук, мастера контрольных и сочинений, профессоры по сдаче зачетов и экзаменов, самые старшие ученики. Мы переходим к пункту 4. Поздравления от самых старших учеников нашей школы. Примите поздравления от учеников 9 классов нашей школы. Портфель в школу ничего не перепутай. А то вчера ты собрал, я проверила, и оказалось, что вместо кроссовок на физкультуру ты положил свои рыбацкие сапоги. А Алёшка так с утра торопился в школу, что едва протерев глаза, упал с дивана, и на лбу у него выскочила шишка. Но сестре Иричке стало жалко братика, и она, пытаясь как-то помочь ему, сказала: «А давай-ка я ее тебе молотком забью. А еще я знаю, как вы все безумно рады, когда учитель водит по журналу авторучкой, думая, кого бы спросить. И вдруг вы слышите мой голос. Никакому певцу, наверное, вы никогда так не были рады. Ой, много я могу еще рассказывать. Зеркальце, ну как, вроде не зажалел за лето. Что-то с голосом у меня. Надо проверить себя со всей ответственностью. Весь учебный год вот-вот начнется. Мой голос должен быть таким звонким, мелодичным и громким, чтобы все сони вмиг просыпались и торопились в школу. Нет, я никогда зря звонить не буду. Ну, а сейчас мне пора на свое рабочее место. Звоночек, дорогой, можно тебя о помощи попросить? Клякса, двойка, а вы что тут делаете? Опять надо были нам праздник испортить. Ну-ка марш отсюда. Да что ты, мы просто наблюдаем, какой ты сегодня красивый, начищенный и голосистый. Вы мне зубы не заговаривайте, не смейте с самого первого дня наших первоклашек на неправильный путь настраивать. Да на самом деле, мы же пришли тебя о помощи просить. Вашим же друзьям она нужна. Что? Кому? Что случилось? Пятерка и четверка в беду попали. Где они? Бежим скорее, мы покажем. Ну что, Аня, как ты лето провела? Очень хорошо, спасибо большое. А правда, что в этом году будут новые предметы введены? Узнайте позже. Я не могу звонок найти, пора линейку начинать. Ты его случайно не видела? Нет, но мы с Максом решили летом детективами стать. Видимо, это будет наше первое разыскное дело. Ничего не скажешь, серьезно у вас намерение. Как раз для нового кружка юных сыщиков. А вы возле зеркала смотрели? Он там обычно начищается. Да везде смотрел, нигде его нет. Задача ясна. Нам надо найти звонок. Воспользуемся дедуктивным методом.
Для начала нам нужно выяснить, кто его видел последним. Пойду приступать, надо же до начала праздника успеть. Так, что же делать? О, друзья мои, у нас появилась большая проблема. Какие еще проблемы праздничное утро? Что случилось? Звонок пропал. Может быть, у зеркала стоит, красуется, у него сегодня такой ответственный день. Да в том-то и дело, что нет его там. Пойду еще раз на четвертый этаж посмотрю. Времени совсем мало остается. А мы еще разок тут все проверим. Нужно срочно что-то предпринять. Ребята же начало праздника ожидают. А то, обрати внимание, учебный год еще не начался, а ребята уже про учебу говорят. Старшие классы скучились, наверное, по школе. Да и я, честно говоря, по ним соскучилась. Я-то знаю, как они радуются каждой пятерочке. Я тоже еле-еле дождалась учебного года. Ты даже не представляешь, сколько раз у меня школьные классы снялись. А это кто к нам пожаловал? Ха, ну что, свой дорогой звонок ищите? Так это ваших рук дело. Сейчас мы установим тут свои правила и расскажем первоклассникам, как жить нужно. Учиться клякса нам не помогает, и нас по жизни как друг не ведет. И тот, кто с кляксой по жизни шагает, он никогда ничего не найдет. Эх, присесть бы куда-нибудь на чистое место. Вечно ты, клякса, ищешь чистое место. Именно так. Мы еще покажем всем школьникам, как нужно учиться, чтобы они школу на всю жизнь запомнили. Да я сама слышала, как один отец, снимая ремень после очередной двойки своего сына, говорил ему: «Ты теперь учебу запомнишь на всю жизнь». Да как вам не стыдно, кем, скажите, вырастут ребята? Само собой, двоечниками. Из года в год все одно и то же. До чего же мерзкие и противные. Убирайтесь отсюда. Сама убирайся отсюда, чистюля. Тоже мне нашлась командирша. Без хороших оценок, без хороших знаний ничего хорошего в мире быть не может. И мы со всеми ребятами лучшие друзья. И с будущими первоклассниками тоже будем. Мечтайте, мечтайте. Ну, кляксочка, двоечка, давайте как-то компромисс искать. Подумайте, у ребят же должно быть право выбора. Давайте дадим им шанс сами выбрать, с кем дружить. Они в любом случае заслуживают, чтобы у них праздник начался. Ладно, уговорили. Но у нас тоже есть условия. Если они справятся с нашими заданиями, тогда мы вернем ваш драгоценный звонок и покинем праздник, чтобы не мешать. Отлично, нам подходит. Тем более мы уверены, что ребята справятся. Давайте свои задания. Значит так, задание первое. Слушайте внимательно. Мы вам будем рассказывать о том, как маленький Мишутка собирался в школу и что он с собой брал. Если то, что он брал на уроке необходимо, топайте в ладоши. Если то, что не нужно, топайте ножками. Готовы? Собирался Мишка в класс. Взял он меда про запас. Взял учебники, тетрадки, две большие шоколадки. Положил в портфель пенал, ручку, краски, книжку взял, положил карандаши и точилку тоже. Взял куклу и волчок положил тоже. Положил в портфель альбом, кисточки, машинку. Блестящий коробок, полненький малинки. И довольный очень Мишка щелкнул весело замком и березовым леском в школу побежал в припрыжку. Ладно, с этим заданием вы справились более чем хорошо. Но у нас-то заготовлено еще одно. Теперь вам предстоит собрать свой портфель. Каждый класс получает по конвертику с различными предметами. Ваша задача – прикрепить на лист бумаги лишь те предметы, которые стоит класть в портфель. Вам конвертик. И вам конвертик. Ребята, подходите сюда. А, весь класс. Итак. Начали. Thank you.
твои? Ну, мои тоже справились. Ну, что мы говорили? Видите, ребята справились безукоризненно. Возвращайте нам наш звонок. Так-так, к лекции двойка к нам пожаловали. Так это ваша группа дело? Да, это они наш звонок украли. Хотели нам праздник сорвать и первоклассников с пути верного сбить. Возвращайте наш звонок и покиньте зал. Они уже экзамен первоклассникам устроили. Обещали, что вернут звонок, если ребята справятся. Но ребята же справились, я в этом не сомневаюсь. Еще как справились. Ладно, обещание есть обещание. Даже мы это понимаем. Встречайте свой звонок. Празднуйте. А мы пойдем место под солнцем в другую школу искать. Торопитесь на урок, приходите в школу, смело в свой входите класс, Гали, Вали, Вити, там откроется для вас целый мир открытий. Учение всем на свете впрок, и свет оно, и чудо, и я вовсю звоню звонок, я зря звонить не буду. Все наконец собрались, мы можем начинать наш праздник. Звонок, твоя звонкая песня. Дорогие ребята, вот и прозвенел ваш первый школьный звонок. Мы желаем вам в начале школьного пути не сбиться с верной дороги, выбирать правильных добрых друзей. Первый школьный экзамен вы уже успешно сдали. Теперь без сомнения заслужили стать обладателем школьного ключа от чудесного мира знаний. Добрый путь, мир знаний. Их терпением не злоупотреблять и делать домашние задания вместо себя не позволять. Пункт 2. Родителям же в любви отцовской и материнской опеки и запретов чрезмерных не чинить, по пустякам не командовать и тягу чад своим знаниям укреплять методами сугубо гуманными. Пункт 3. Во имя учения и на благо школы по совету с педагогическим коллективом школы наградить громкими и сердечными аплодисментами всех родителей. Сегодня 1 сентября. Школа ждет уже тебя. Доставай большой портфель. На урок спеши скорей. В школе ждут тебя друзья. Ждут тебя учителя. Все мы дружная семья. Скажем дружно вам. Ура! А мы тем временем переходим к последнему приказу. К приказу номер 6. О награждении первоклассников. Пришло время, когда наши выпускники вручат вам значок нашей школы, который будет говорить о том, что вы отныне настоящие первоклассники, а также вашу первую книгу «Азбуку». Thank you.
светлый огонек. Добрые учительские руки. Первый и последний ваш звонок. Вы слышите веселый этот звук? То не ручей журчит, не трели соловья. Звенит звонок, и он начнет урок. Об этом говорит листок календаря. А для вас, первоклассники, это будет ваш первый в жизни звонок. Право дать первый звонок предоставляется ученику 9 класса Даниилу Воробьеву и ученице 1 класса Сабине Сиот. Всех представителей нашей школьной семьи. Аплодисменты всем нам! Ну что ж, друзья, давайте улыбнемся. Волшебный ключ пора нам повернуть. И мы сейчас по классам разойдемся, чтобы начать серьезный долгий путь. Дорогие ученики, учителя, родители и гости, линейка, посвященная празднику первого звонка, окончена. Добрый путь с продвижением в один учебный год. Добро пожаловать!